А ми продовжуємо тему грошей. Утричі здорожчав корм для тварин. Зуби на полиці давно поклали зв'ятка в зоні АТО. В тамтешніх магазинах запаси вичерпано. Відсьогодні стартувала всеукраїнська акція з порятунку хатніх тваринок. Майже мільйон порцій харчу вже на шляху до Донецька та Луганська. Абзац і собі долучився до добрих справ. У центрі столиці на останньому диханні виживають качки. Хто під виглядом веселого шоу жорстоко знущається з пташок? Рятувати качок кинулася наша схвильована Іра Патькун. Дети и взрослые, вашему вниманию представляем незабываемое шоу «Дрессированные утки». На первый взгляд, очень милое представление. В центре Киева, в торговом центре, утки плещутся, детки радуются. Но оказывается, всеобщее веселье – это лишь первое впечатление. Там идет эксплуатация животного. Кто разрешил издеваться над птицами в самом центре столицы? И как простая утиная история превратилась в настоящий утиный триллер. Говорят, то, как общество относится к животным, показатель здоровья общества. Это в цивилизованных странах пожарный готов делать искусственное дыхание щенку, лишь бы спасти ему жизнь. А вот этого любителя животных из Канады оштрафовали, вдумайтесь, на 100 тысяч долларов за то, что он жестоко обращался со своим доберманом. Но у нас совсем другое дело. Эти уточки пашут как лошади. Все на благо торгового центра. Задача – привлекать покупателей и поднимать продажи. А сколько их? Ну, 5, сейчас 12. А вообще живут они где? Отдельное помещение. Вот бы взглянуть глазком на это помещение. Но пока все, что я видела, это ящик и утки. Видно, что вот как бы немножко перо пожевано, ну, такое вот жухлое, то есть не блестящее, неровно лежит. Первое, то, что можно сказать по видео, что они, ну, большую часть дня они находятся вне воды, поэтому они с радостью бегут в воду, купаются, приводят себя в порядок. То есть, потому что знают, что у них времени будет 3 минуты, и все. Они сейчас вот пытаются, ну, по максимуму использовать. Если сравнить этих уток с теми, которые плещутся в пруду, то, похоже, возможность поплавать для этих пернатых – редкое удовольствие. Но зрители об этом даже не догадываются. Думают, какие же резвые и веселые уточки, а дальше больше. Птица мокрая выбежала и побежала. То есть времени в них там обсохнуть, расправить перышки как бы не было, поэтому… Это тоже не очень хорошо. Ну, конечно, не очень хорошо. Там идет эксплуатация животного сейчас, в данный момент. Из того, что вы... Ну да. Ну, знаете, если даже в зоне АТО наши военные находят возможность проявить милосердие к животным, то мы с вами, живущие под мирным небом, просто обязаны заступиться за беззащитных кряков. К счастью, у нас есть государственная экологическая инспекция. Она-то и должна контролировать соблюдение закона о содержании животных. С этим разберемся. Надо же изначально как бы пойти, откуда они вообще появились. Сейчас появится человек, разберется, какие есть документы. А какие должны быть документы, скажите, чтобы было все в порядке? Может, зря здесь бьем тревогу? Если нам дадут эти документы, значит, хорошо. Не дадут, значит, тогда будем возвращаться в прокуратуру. Заручившись поддержкой двух инспекторов, едем на разведку. Нужно понять, в каких же условиях живут утки-артисты. У вас наказ 429. Угу. Министерство охраны на вколишнюю производство. Минимальные нормы. Площадь для утримания и разведения диких тварин. Качки, гуси, казарки. Подходят. Вольеры с бассейном. 4 квадратных метра. Это на одну особу, то есть так. На одну утку 4 квадратных метра для ее жизнедеятельности. Так, ну сейчас побачим. Ну, хотели увидеть уток, а наткнулись на гостеприимные объятия. Камеру берите и выключите. Что случилось? Но стоило сказать, что мы приехали из-за уток, как тут начался еще больший переполох. Приедет наш юрист, и вы уже с ним все обсудите. Чем здесь юрист? 5 минут. Можно руководство? 5 минут. Я представляю державную... Ну, вы представляете, универмаг будет представлять наш юрист. Через 5 минут. Как по мне, очень удобное решение вопроса у руководства универмага. Вышел к нам на встречу администратор, отказался представиться и сообщил: ждите юриста, все вопросы к нему. И ждем мы этого юриста уже 40 минут. И тут появился. Я как бы не уполномочен сейчас давать какие-то комментарии вам под запись. Вы вышли на встречу к журналистам. Что вы хотите? Девушка, я еще раз хочу сказать, что вот в таком формате мы общаться с вами не будем. Абсурдная ситуация. Официально на камеру никаких документов на уток нам так и не показали. Но представителю экологической инспекции все-таки удалось
удалось увидеть кое-какие бумаги. Показали договор аренды на предоставление этих уток в количестве 5 штук для вот этого шоу. Пока юрист универмага вальсировал вокруг, инспектор объяснила, что, судя по документам, уток берут в аренду у цирка Кобзов. В универмаге они не живут, а ежедневно ездят из цирка в универмаг, из универмага в цирк, и так минимум по 2 раза в сутки. Была бы я уткой, я бы уже точно чокнулась. Ребята, а где вы работаете? Мы хотим просто уточнить у вашего руководства, пару вопросов задать. Куда обращаться? Молодой человек, вы же представитель какой-то фирмы? Да. Какой? Цирковая фирма Кобзова. Раз в торговом центре меня заверили, что утки принадлежат цирку, и все вопросы исключительно к нему. Вот, собственно, я и приехала в цирк. Скажите, у вас в цирке есть утки? Что? Утки, утки. Как животные? Ну, птицы, да, выступают. А в собственности цирка есть утки, такие водоплавающие? Может, они есть, а вы не знаете, что они есть? Нет, я знаю, я администратор площадки. Уток на территории у нас нет. У нас на все животные у нас есть документы за 1,5 года. Мы здесь работаем, ни одной утки. Ничего не понимаю. Так чьи же это утки и где они живут? Галя радушно предложила нам заглянуть в их питомник, назовем это для животных. Сейчас проверим. Мы вообще животных в аренду не даем. Дрессировщики запрещают. То есть мишки-волки, вот этот сельский дворик, вот козочки. Привет! Вы тут уток не видели? Не бодайся, девочка. Ай, хорошая. Так, вот поросенок пошел, смотрите. Боже, какие миленькие. Они тоже подаются в дрессировке? Нет, они просто так умиляют. Умиляют глаз, да. О, да, две курицы. И да, все. Итак, что же имеем в результате? Паспортов на уток нет ни у кого. Где живут птицы? Тайна за 7 печатями. И следит ли за их здоровьем доктор? Тоже непонятно. Я уже начинаю переживать не только о пернатых, но и о детях, которых мамочки так беспечно приводят на это шоу. Птиц можно заразиться очень многими инфекциями, причем очень серьезными инфекциями. Наиболее типичными все-таки являются орнитозы. Орнитозы – это болезни, которые вызываются хламидиями, а передаются воздушно-капельным, либо контактным путем. Следующий – это туберкулез, причем такой же туберкулез, которым не болеем. Можем заболеть мы с вами. Мутная – это утиная история. Радует то, что экологическая инспекция уже взялась распутывать этот загадочный клубок. И скоро станет ясно, чьи утки. Законно ли они крякают в торговом центре? И не являются ли разносчиком инфекции? Я обязательно расскажу вам о результатах проверки.